Приветствую гостей и подписчиков моего канала. В сегодняшнем мастер-классе я хочу показать вам, как связать такой свитер крючком. Его вязать, в общем, несложно. Я буду делиться с вами схемой и постараюсь подробно объяснить весь процесс вязания. Если вам нравится идея этого видео и вообще мастер-класса, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Мне будет очень приятно. Для начала я связала первый рукав, чтобы на примере него показать вам, как мы будем вязать второй рукав. Вот такая пройма у меня. В начале рукава я связала резинку. И, как вы видите, у меня узор постепенно увеличивается. В процессе вязания рукава я буду использовать два крючка. Крючок номер 5. Этим крючком я буду только набирать вот здесь вот первые петли. И больше она мне понадобится. Весь остальной рукав я буду вязать крючком номер 2. Итак, вот наша схема. Схема очень похожа как на схему основного узора. Только здесь у нас нет рельефных столбиков. Я использовала только вот эту схему. На эту схему я не ориентировалась. Начинаем вязать. Вот смотрите. Представим, что нижней части у нас нет. Вот здесь вот у нас воздушные петли. И мы вяжем вместо этих всех столбиков по одному столбику. Как вот здесь вот в верхнем ряду, так мы вяжем и все ряды. Вот эти вот ряды и воздушные петли мы провязываем точно так же. И у нас рукав увеличивается плавно за счет вот этого перехода, за счет вот этого веера. То есть вяжем здесь один столбик, 3 петельки. Потом вот эти вот 2 столбика, 2 петельки, 2 столбика в одну петлю, 3 петли и снова один столбик. И так вяжем во всех рядах, вот до вот этого ряда. Обратите внимание, что здесь мы все провязываем, как у нас по рисунку. А схему в лучшем качестве вы можете посмотреть в описании под видео. После ряда с одним столбиком у нас идет следующий ряд. И его мы провязываем все то же самое, как написано у нас на схеме. Это у нас пройма. Вот так вот мы вяжем пройму с одной стороны и отзеркаливаем все во вторую сторону. Позже я подробно покажу, как мы вяжем пройму. А пока что будем вязать рукав. Начинаем вязание мы с резинки. Я набираю большим крючком, крючком номер 5, воздушные петли для того, чтобы они не были стянутыми. Вот как я вам и объясняла. Сначала мы вяжем 3 столбика. Здесь везде, вот здесь вот мы по схеме вяжем, а вот здесь вяжем по одному столбику. Дальше у нас здесь расширяется за счет вот этого треугольника. И дальше вяжем все по схеме с вот этими вот столбиками. Вот вы видите на схеме. Вы довязали вот до сюда. И дальше у вас просто продолжение схемы. В одном рапорте у меня 6 петель. У меня здесь 7 рапортов. Поэтому я набираю 42 воздушные петли. Связала 42 петли и соединяю с первой петлей. Дальше я меняю этот крючок на крючок номер 2 и вяжем резинку. Резинка — это столбики рельефные, лицевые и изнаночные, чередую по одному. 3 воздушные петли на подъем. И в первом ряду вяжем в каждую петлю по одному столбику с одним накидом. Вот эту ниточку я сюда кладу, чтобы мы ее сразу заправили. Довязали до конца ряд. Должно получиться столько столбиков, сколько и петель. И соединяем с верхней петелькой. Вытянула нить и продеваю через первую нить. Дальше 3 воздушные петли
Эти петли считаются за лицевой столбик. Следующий столбик делаем изнаночный рельефный столбик. Накид, вводим крючок с изнаночной стороны и вводим на изнаночную. Следующий лицевой. С лицевой стороны на лицевую. Изнаночную. И лицевой. И так чередуем. Каждую петельку вяжем лицевым или изнаночным столбиком. Последний столбик у нас был рельефный изнаночный. Дальше у нас идут петли. И делаем соединительную петлю в верхнюю петельку. Следующий ряд провязываем так же само, как и этот. 3 петли. Там, где у нас был изнаночный столбик, в него провязываем изнаночный. Там, где лицевой, провязываем лицевой. Дальше у нас идет изнаночный. И снова лицевой. Это мы вяжем третий ряд. Всего резинки должно быть 4 ряда. То есть мы довязываем этот ряд и вяжем следующий ряд точно такой же, как и эти два ряда. Вот резинка готова. Здесь 4 ряда резинки. Дальше вяжем узор нашего рукава. 3 воздушные петли на подъем. Следующие 3 петли вяжем для узора. Накид. Пропускаем 2 петли, в третью 2 столбика с одним накидом. Две петли. И в эту же петельку еще 2 столбика с одним накидом. Три петли. Накид. Пропускаем 2 петельки. В третью столбик с накидом. Три петельки. Накид, пропускаем 2 столбика, в третью петельку делаем 2 столбика с накидом, 2 петли и 2 столбика. Три петли. Накид, пропускаем 2 петельки, в третью столбик с накидом. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда сделали 3 воздушные петли и соединяем с третьей петелькой. Три воздушные петли на подъем, еще 3 петли. И в эту арку делаем 3 столбика. 3 петли. И еще 3 столбика. Три воздушные петли. Столбик с одним накидом. Три петли. Снова сюда делаем 3 столбика с накидом, 3 петельки и 3 столбика. Конец ряда. Соединяем начало и конец. Три воздушные петли на подъем и плюс еще 3. Дальше в эту арку вяжем уже 4 столбика с накидом. Пять петель и еще 4 столбика.
3 петли, столбик с накидом, 3 петли, в арку снова 4 столбика с накидом, 5 петель, 4 столбика туда же. Соединяю с началом ряда. 3 петли на подъем плюс 3 петли. В эту арку делаем 4 столбика с накидом. Пять петель, столбик без накида в эту же арку, снова 5 петель и 4 столбика с накидом сюда же. Дальше 3 петельки и столбик с одним накидом. 3 петли, в арку 4 столбика с накидом, 5 петель. Столбик без накида, еще 5 петель и 4 столбика с одним накидом, 3 петельки и соединяем с началом ряда. Три петли на подъем и еще 3 петли. Здесь у нас 2 арки. В первую арку делаем 4 столбика с одним накидом. Пять петель, столбик без накида в эту же арку, 4 петли, столбик без накида в следующую арку. Дальше делаем 5 петель и 4 столбика с накидом в эту же арку. 3 воздушные петли, столбик с накидом, 3 воздушные петли, в первую арку делаем 4 столбика с накидом, 5 воздушных петель, столбик без накида в первую арку, 4 петли и столбик без накида во вторую арку, 5 петель, 4 столбика с накидом в арку, 3 петли, столбик с одним накидом, 6 петель,
первую арку делаем 4 столбика с накидом. Пять петель, столбик без накида в эту же арку, 4 петли, столбик в следующую арку, снова 4 петли, столбик в последнюю арку, 5 петель и 4 столбика с одним накидом в эту же арку. Три петли, столбик с одним накидом, три петли, и дальше продолжаем так же самое вязать, как и здесь. Вот мы сделали вот эти три петли, дальше 4 столбика с одним накидом, шесть петель. Первую арку 4 столбика с накидом, 4 воздушные петли, столбик без накида, первую арку, снова 4 петли, столбик без накида в следующую арку, 4 петли, столбик в следующую арку, 4 петли и столбик в последнюю арку, 4 петли и в последнюю арку 4 столбика с одним накидом. Три воздушные петли, столбик с накидом. Вот как у нас получается. В этом ряду вот здесь вот должно получиться 5 ячеек. Я довязала до конца ряда и соединила в третью петельку соединительной петлей. Вот наша схема. Дальше мы будем вязать вот этот вот ряд. Мы сейчас вот здесь делали соединительную петельку, вот здесь мы оказались. Дальше с соединительными петельками переходим на серединку этой арки. Вот сюда переходим с соединительными петлями. Вот мы на серединке нашей арки делаем одну воздушную петлю на подъем и столбик без накида сюда же. Три воздушные петли. Столбик без накида в следующую арку. Дальше 2 петли. В следующую арку столбик с одним накидом. Одну воздушную петлю. И еще один столбик. 2 петельки. Столбик без накида в следующую арку. 3 петли. Столбик в последнюю арку. 3 воздушные петли. И в эту же арку делаем 2 полустолбика с накидом. Первый. И второй. Ищем следующую арку. И в нее мы делаем 2 полустолбика с одним накидом. Первый и второй. И все вот эти петли, которые у нас на крючке, соединяем одним накидом. Вот как получилось. 3 воздушные петли, столбик без накида в вот эту вот арку крайнюю. 3 воздушные петли, столбик без накида в следующую арку. 2 петли,
Следующую арку, она у нас как бы по центру идет. В нее мы делаем столбик с накидом, одну петельку, еще один столбик. Две петли, столбик без накида в следующую арку. Три петли и еще один столбик в последнюю арку. Три воздушные петли. В эту же арку два полустолбика с накидом. Первый. Второй. И вот эту арку делаем еще два полустолбика. Третий. И четвертый. Всего 4 полустолбика. И накидом все провязываем. 3 воздушные петли, столбик без накида в эту же арку. Вот как у нас получается. Сейчас я вяжу последний раппорт. Сделала 3 воздушные петли и 2 полустолбика с накидом. Делаю последние 2 полустолбика. И соединяю все петли. 3 воздушные петли и соединяем с вот этим столбиком, который мы делали в начале ряда. Дальше нам нужно перейти полустолбиками вот сюда, вот на этот стык между полустолбиками. Для этого я поворачиваю вязание и соединительными петлями дохожу вот до сюда. Три воздушные петли. Снова поворачиваем обратно. Эти 3 воздушные петли считаются за один столбик. Дальше у нас здесь идет столбик. За этот столбик делаем 2 столбика с одним накидом. В следующую арку делаем один столбик с накидом. 3 воздушные петли. В эту арку, там где мы вязали между столбиками одну петельку, делаем 2 столбика с накидом. Две петельки и 2 столбика с накидом туда же. Три петли. Пропускаем одну ячейку, через одну делаем столбик с накидом. В следующую арку делаем 2 столбика с накидом. Дальше делаем столбик с накидом вот сюда. Накид. В следующую арку 2 столбика с накидом. И в еще одну арку столбик с одним накидом. В итоге у нас должно получиться 7 столбиков с накидом. 3 воздушные петли. И вот сюда вот делаем 2 столбика с накидом, 2 петельки и 2 столбика. Сейчас мы находимся на вот этом ряду. Вот этот столбик, это у нас 3 петельки, которые мы делали на подъем. И по этому столбику мы будем подниматься все ряды. Наше вязание будет расширяться за счет того, что здесь мы делаем не по одному столбику, как в прошлом раппорте, а вяжем вот эти вот все столбики. Дальше я продолжаю вязать полностью по схеме. В конце ряда связали 3 столбика. Здесь у нас было 4 столбика в начале ряда. И соединяем с воздушной петелькой. 3 воздушные петли на подъем. И в каждую петельку, в каждый столбик прошлого ряда делаем по одному столбику. Три столбика.
3 воздушные петли. В эту арку 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли и 3 столбика. Петли, и в этом ряду здесь мы должны провязать 6 столбиков. Первый столбик пропускаем, вяжем со второго. Здесь у нас 6 столбиков. С каждым рядом количество столбиков будет уменьшаться на 1 столбик. Допустим, в этом ряду мы не провязываем вот этот столбик. В следующем ряду будем не провязывать столбик слева. Затем снова справа и так далее. Дальше 3 воздушные петли. И в эту арку 3 столбика с накидом, 3 петельки и 3 столбика. Вот конец ряда, сделали 3 петельки, пропускаем первый столбик, вяжем второй и третий. И соединяем с верхней воздушной петлей. У нас должно получиться 6 столбиков с накидом. 3 воздушные петли. Сейчас мы находимся на вот этом вот ряду. Этот мы закончили, сделали 3 воздушные петли. Теперь пропускаем петельку с этой стороны. Здесь мы не провязывали вот этот столбик справа, теперь слева. Дальше будет снова справа, слева и так далее. И 2 столбика с одним накидом. Этот столбик мы не провязываем. 3 воздушные петли, в арку 4 столбика с одним накидом, 5 петель и в эту же арку еще 4 столбика. Три петли. Первый столбик мы провязываем. И все остальные столбики, кроме последнего. В конце ряда 3 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Соединяем с воздушной петелькой. 3 воздушные петли на подъем и смотрим. В прошлом ряду мы пропускали петельку слева, на четвертом ряду пропускаем петельку справа, а здесь с этой стороны все петли провязываем. Три воздушные петли, в эту арку 4 столбика с накидом. 5 петель, столбик без накида в арку, снова 5 петель и еще 4 столбика в эту же арку. Три петельки. Пропускаем столбик с правой стороны.
Значит, делаем столбик во вторую петельку. В этом ряду у нас 4 столбика с накидом. Вот здесь 3 петли. И в арку 4 столбика с накидом, 5 петель, столбик без накида, снова 5 петель и 4 столбика с накидом. 3 воздушные петли, накид, первый столбик пропускаем и провязываем второй. Соединяем с воздушной петлей. 3 воздушные петли. В прошлом ряду мы пропускали столбик справа, значит, дальше пропускаем слева. Провязываем один столбик. Один у нас остается. 3 воздушные петли. В первую арку 4 столбика с одним накидом. Пять петель, столбик без накида в первую арку. Дальше 4 воздушные петли, столбик без накида во вторую арку. 5 петель, 4 столбика с накидом во вторую арку. Три петли. Начиная с первого столбика, провязываем 3 столбика с одним накидом. Дальше 3 петли и провязываем как вот здесь вот. В конце ряда я провязала последние 3 петельки. Делаем столбик в первый столбик прошлого ряда и соединяю с третьей петелькой. В прошлом ряду мы пропускали столбик слева, значит, в этом ряду пропускаем столбик справа, делаем 3 петельки и столбик с накидом. Следующий столбик. Дальше вместо 3 петель делаем 2 петельки, 4 столбика с накидом. Пять петель, столбик без накида в эту же арку, 4 петли, столбик в следующую арку, 4 петли, столбик в последнюю арку, 5 петель и 4 столбика с накидом в эту же последнюю арку. Две петельки и сюда делаем 2 столбика с одним накидом. Пропускаем первый столбик и делаем во второй и в третий столбик. Дальше 2 петельки и в первую арку 4 столбика с накидом. В конце ряда мы соединились. Дальше делаем 3 петли на подъем. Эти петли есть наш один столбик и плюс 1 петелька. В первую арку 4 столбика с одним накидом. Четыре петли, столбик без накида в первую арку. 4 петли, столбик без накида во вторую арку.
4 петли, столбик в третью арку, 4 петли, столбик в четвертую арку. И дальше делаем последние 4 петли и в эту же арку 4 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля и делаем столбик с одним накидом в первый столбик. Снова одна петля и в эту арку 4 столбика с одним накидом. В конце ряда сделали 4 столбика, одну петельку и соединительную петлю в третью снизу петлю. Переходим на серединку нашей первой арки. Одна воздушная петелька и столбик без накида. 3 петли. В следующую арку столбик без накида. 2 петельки. В эту арку столбик с накидом, 1 петельку и столбик. Две петли. Столбик без накида в следующую арку. 3 петли. Столбик без накида в последнюю арку. 3 петли и 2 полустолбика в последнюю арку. И в следующую арку, вот она уже здесь, еще 2 полустолбика с накидом. И соединяем все петли одним накидом. 3 воздушные петли и в эту же арку столбик без накида. Этот ряд мы уже вязали. И с этого момента у нас все начинает повторяться. Вот у нас здесь был этот ряд. И вяжем все точно так же, как мы вязали в этом рапорте.